Магадан ожидает антициклон. За последние несколько дней на территории Колымы бушевали метель и ветер до 25 метров в секунду. Сотрудники МЧС контролировали опасные участки дорог. Однако непогода продолжалась недолго. На Колыму пришел оймиконский антициклон. Наблюдается заток холодной воздушной массы, довольно сухой, с севера. Поэтому в ближайшие дни в Магадане ожидается плавное понижение температуры. То есть, если сегодня было 16, то завтра мы ждем уже чуть ниже 20. И в дальнейшем температура еще понизится градусов на 4-6. Из-за сухой воздушной массы осадков в ближайшее время синоптики не предвещают. И ветер будет слабый, уверяют специалисты, до 7 метров в секунду.